Добрый день. Я, как всегда, на кухне буду готовить обед. Готовить обед буду не то, что что-то экзотическое предложу, а то, что захотелось. А захотелось кашу гречневую. Вот. Грудиночка на базаре куплена, хорошая. Шкурка тоненькая, сало с мясом, немного ее обжарю. Салат из бурячка с огурчиком. Огурчик маринованный. Так что все вместе, очень прекрасный обед. Еще и борщ щавлевый есть. Так что начинаем готовить. Вот такая замечательная грудинка. Поджарю ее. Жирок пойдет к каше. И очень вкусно будет. Здесь у меня в кастрюле 1,5 стакана гречки, промытой хорошо. Залила 3 стаканами воды. Включила полный огонь на всю мощность. Накрываю прозрачной крышкой. И не снимаю ее. Жду, чтобы сильно закипела вода. И делаю огонь самый малый. И до готовности варю. Потом уже и посолю ее. Если не совсем сготовилась, бывает, вот, то чуть долить водички. Все под крышкой делается. Вот, через крышку видно, закипело сильно. Делаю самый малый огонь. Все, крышку не поднимаю, не заглядываю. Уложила грудинку в сковородку, на небольшом огне буду обжаривать. А вот это вот сало были кусочки, то я измельчила, чтобы какой-то жирок был, не на сухую выкладывать грудиночку. Немного обжарила мясо с одной стороны и перевернула. Сейчас посолю, поперчу. Вот, вода уже впиталась в гречку. Еще на дне немного есть, можно посолить. По вкусу накрыла крышкой грудиночку. Пусть пропаривается, обжаривается. Вот, обжаривается там небольшом огне. Вот у меня чуть-чуть водички. Крышечку, еще лавровый лист добавлю, пусть пропаривается. Так, показываю, гречка готова. Вот, видите, разбухли зерна, рассыпчатая, хорошая. Так. Все. Грудиночка готова, я попробовала ножом, мягенькая. Все, выключаю газ. Накрываю крышкой, все, пусть доходит до готовности. Вот это для салата. 2 свеклы отварных, огурчик маринованный, немного лука. Свеклу на крупной терке натираю. Не показала. Мелко нарезала огурчик, вот, кубиком мелким. Можно еще добавить, я смотрю, что-то маловато. Первый не показал огурчик. Первый не показал огурчик, как нарезал. Вот так, мелким кубиком. Этот огурчик немного меньше первого. И лук. Лук тоже мелким кубиком. Я не мариную. Кто любит, маринуйте. Мне нравится, что в салате какая-то остринка.
Посолим немного, так как бурячок у нас не соленый. Добавляем растительное масло, как я вам говорю, пахущее. Полторы ложечки достаточно. Все. Вот обед. Вот. Грудиночка поджарилась, жирком полила гречку, салатик. Вот такой обед. Вот такой обед. Очень вкусный. Гречкой. Мягенькая, хорошая. Жирком полила кашу. Это салатик. Бурячок с огурчиком. С растительным маслом. Можно есть уже. Пробуем. Теперь главное грудиночка. Салатик. Обед вкусный, сытный получился. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал. Смотрите мои видео, готовьте со мной, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.